Добрый вечер и шалом алейхем, дорогие друзья. Как всегда, в четверг, 21.00, я очень рад быть с вами здесь. Вместе подготовиться к шаббат. Какой характер носит наша подготовка к шаббат? То, что мы вместе изучаем глубокий урок Тора. Всегда наши уроки в это время, это уроки связаны с недельной главой Тора. Но сегодня у нас исключение, поскольку сегодня особый день. Короткий урок на недельной главе Тора у Авраама Вину уже мы уже дали вчера, и он уже сегодня на эфир. Поэтому, поскольку сегодня очень особый день, я уверен, что много от вас уже знают, какой сегодня день. Сегодня 11 числа месяц Хешван. В этот день родился младший сын Яков, Вениамин. Но что еще случилось во время рода, во время рождения Вениамин? Его мама Рахел, Рахел имейну, наша мама Рахел, она вернула свою душу Всевышнего именно на этот день, во время, когда она родила Вениамин. В это же время, в этот день сразу после рода, она, к сожалению, она была совсем-совсем молодая, всего лишь 36 лет, и она вернула свою душу Всевышнему в этот день. Так что этот день сегодня, 11 числа, месяц Хешван, это Йорцайт, это день годовщина нашей мамы Рахел, что она известная как главная нашей мама. Среди жены Яков, среди жены Якова первых, она была главная. А даже среди Сара, Ривка, Рахель и Лея, четыре нашей матери, самая известная, единственная, которую мы ее называем Рахел имейну, мы иногда говорим Сара имейну, Ривка имейну, но не так часто, как мы говорим Рахель имейну. В обычные годы, когда в мире еще не поступила, мир еще не жили с коронавирус. В этот день евреи со всех концей страны Израиль старались посетить и помолиться в этой сутке на могиле Рахел, которая находится, как написано в Торе, в дороге между Иерушалаем и Бейт Лехем. И в этом году, конечно, этого не получилось, но вместе с тем все отмечают этот день, особо молится. Главная черта Рахел, это то, что она наша мама. Она нас всегда молится. И поэтому это особый день. И поэтому этот сегодняшний урок мы посвятим именно Рахел, нашу маму, чтобы она была хорошей просителем для нас, для всех нас. Молилась у Всевышнего сегодня, и она, конечно, молится, и мы попросим у нее, что она помолится Богу, чтобы он ускорил приход Машиаха в самое ближайшее время. Наверняка много от вас были на могиле Рахел, на дороге в Бейт Лехем. Я не знаю, если все, но наверняка каждый, который посетил Израиль, старался хотя бы один раз посетить это святое место и помолиться там. Я честно вам скажу, когда я бывал там, находя на это святое место, мы встречаем две противоречные чувства. С одной стороны, это действительно очень особое место. Когда ты находишься там, чувствуешь такой подъем душа, чувствуешь святость этого места, и мы чувствуем, что у нас есть защитник, есть тут тот, который за нас молится. Но с другой стороны, когда мы находимся там, и мы вспоминаем о этой трагедии, что на 36-й год жизни Рахел вернула свою душу Всевышнему, и мы помним все ее непростые жизни, появляется в сердце вот какая-то боль из-за Рахел. Что за боль появляется у нас в сердце? Мы думаем себе, что разве Рахел не заслужила быть похоронена со всеми рядом с Авраамом и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея,
там и в Хеврон, в пещера Махпейла, где похоронены все отцы, имамы еврейского народа. Яков Вину уже 3,5 тысячи лет похоронен там рядом с Лея. А Рахель этого не заслужила. Яков даже не похоронил ее в город Бейтлехем. Прямо в дорога, там, где она умерла, там ее похоронили. Спрашивается вопрос, почему Яков не попрощался с Рахель как положено? Почему он не дал ее последний почет на высший уровень, как следует? Почему он ее не возил до Хеврон, там, где похоронены все наши отцы и мамы, в самые почетные места? Если мы будем сравнивать отношения Яков к Рахель, к отношениям Авраам, например, к Сара, в момент ее смерти, мы увидим, какая огромная, такая разница в отношениях между как Авраам относился к Сара, как Авраам относился к Сара и как Яков относился к Ривке. Хочу поделиться с вами интересный медраж. Он не очень известен, этот медраж. Это медраж в книге Пиркей де Раби Элиезер. Мы все помним о три ангела, которые пришли проведывать Авраам после его брит мила. А там написана такая фраза: «Ваэл хабакар рац Авраам». Авраам отправился, чтобы взять тилатина или бик, вести его к шойхет и приготовить мясо на обед, который он приготовил его гостей, это три ангела, которые он еще не знал, что это ангелы. Говорит медраш, что такое рац Авраам, бежал, Авраам бежал. Почему ему надо было бегать? Он мог просто подойти в двор, там, где находились его животные, найти один и провести к шойхет. Рассказывает медраш такой удивительный вещь. Авраам жил тогда в город Хеврон. И этот бик бежал от Авраам, и Авраам за ним бегал по всему городу Хеврон. Но это не было просто. Этот бик остановился возле пещера. И когда Авраам зашел в этой пещера, он увидел там лежит Адам и Хава. Авраам свои духовные глаза заметил, что там происходит. И когда Авраам увидел эту картину, он понимал, что он остановился, что бик его провел до самой святой места, пещера Махпейла, там, где похоронен Авраам, Адам и Хава. И в этот же минут Авраам принимал решение. Любые деньги это будет стоить. Но я куплю это место, чтобы похоронить Сара и похоронить сам себя возле Адам и Хава. Когда мы читаем в главах Хаей Сара, смерть Сара, около 20 пасуков в Тора длится эта история, как Авраам дошел именно на это место. Он уже знал, куда он идет. Почему Авраам выбирал именно этот пещера Махпейла? Он знал, почему пещера Махпейла. Он уже знал много лет до того, о том, что там похоронены Адам и Хава, это был секрет. Хазайва, этот участок, они об этом вообще не знали, но Авраам знал, почему он хочет именно это место. И поэтому он торговался и заплатил большие деньги, главное получать это место, чтобы это место принадлежало ему, и чтобы не были никаких сомнений и никаких вопросов о том, что это место принадлежит ему. То есть видно, Авраам вроде бы должен был давать Якову пример. Какой почет надо отдавать жена во время, когда ее душа покидала этот мир, и как похоронить ее в самые почетные места и не считаться в никаких деньги, в никаких сложностей, как мы видим, как Авраам должен был торговаться, и он ввел такой торг длинный, пока этого было. Авраам Авину, Яков Авину, что делал Яков? Далеко не так. Яков что, не знал, что история с Авраам? Нет, он все знал. Вместе с тем, его поведение было, он похоронил Рахель прямо в дорогу возле Бейт Лехем. Но вы знаете, большой вопрос в мой взгляд. Давайте будем двигаться в период в книге Берешит, глава Ваихи.
Яков уже в Египет. И он готовится к возвращению его душа к Всевышнему. Он вызывает к себе своего сына Йосиф. И что он говорит Йосиф? У него одна просьба, чтобы Йосиф отвез его назад в Израиль, чтобы он делал такой длинный путь назад в Израиль, да, чтобы похоронить его где? И в пещера Махпейла. То есть Яков оценил это место. Яков знал, почему он хотел быть похоронен там. А если он так переживал за себя вплоть до того, что он потребовал у Йосеф клятва, чтобы Йосеф дал ему обещание и клятва о том, что в любых обстоятельствах, там мудрецы объясняют, что он взял у него клятва, что даже если фараон будет его мешать, Йосеф не будет считаться этого, и по-любому он будет вести Якова назад куда, и в Израиль похоронить его в пещера Махпейла. То есть когда касается этой дела в самом жизни Яков, тогда он знал, что он хочет. Он умел потребовать у его сына Йосеф, Йосеф, вози меня туда, похорони меня там, в пещера Махпейла. А когда речь идет о Рахел, там он не знал, что не существует такой вещь, как пещера Махпейла. И вы знаете, это не так далеко. Расстояние между местом, где похоронен Рахел, до пещера Махпейла, если я не ошибаюсь, это до 30 километров, может быть даже меньше. Что он не мог пройти этот путь, похоронить ее там? И в тот почетное место, которое он хотел сам быть похоронен, и он потребовал у Йосеф клятва ради этого? Действительно, когда мы читаем эту историю, когда Яков потребовал у Йосеф похоронить его в пещера Махпейла, все наши мудрецы, комментаторы Тора, они находят в слова Яков там извинения перед Йосеф. Как Яков вдруг начинает рассказать о Рахел, он начинает говорить, что я, когда я вернулся из Падан, умерла у меня, алай, мета алай, умерла для меня, умерла Рахел в страна Кенаан в дороге, и я ее похоронил там. И в дорога Эфрат возле Бейт Лехем. Рамбан, Рабину Моше бен Нахман, который писал очень важный комментарий на Тора, Рамбан комментирует эти слова. Рамбан говорит, Яков попросил прощения у Йосеф. Он ему сказал, Йосеф, я знаю, что ты обижен. То, что я похоронил твою маму в дороге и не возил ее до Хеврона. Но не сердишься на меня, была причина, почему я это делал. То есть Яков понимал, что это неправильно. И поэтому он попросил у Йосеф, у сын Рахел, прощения. И он понимал, что у Йосеф есть вопрос. Ты думаешь о себя, а почему ты не подумал о моей маме? А Яков, для Якова было важно извиниться перед Йосеф. Но все-таки почему? Мы должны же понимать логику Якова. Что он там сказал Йосеф? Почему он не делал этого? И вы знаете, что еще? В Тора мы не находим такой любовь между муж и жена, как Тора рассказывает нам о любовь Яков к Рахел. Когда Тора нам представляет любовь Ицхак к Ривка, написано одно слово, что она стала ויקח את Ривка, взял Ицхак Ривка, она стала его жена, ויאהבה, и он ее полюбил. Точка. Следующее место в Танах, где упоминается любовь, это вообще в книге Шмуэл. История, которую мы читали в Рош השנה, Ахана, что ее муж Элкана дал ее двойную порцию, ки эт Хана ахав, он любил, он полюбил Хана. Но ничего в Тора нельзя сравнивать к любовь Якову к Рахель. Когда Лаван обманул Яков. Сначала он его сказал, поработай со мной 7 лет, чтобы ради эти 7 лет я тебе дам моя дочь замуж. Он работал 7 лет. Потом, когда он увидел, что Лаван его обманул, вместо Рахел חופה пришла Лея, Яков пришел к Лаван и сказал, למה רימתני, чего ты меня обманывал? Он ему отвечает, что так не делается у нас, чтобы видеть замуж младшая перед старшая.
И поэтому, если ты хочешь, чтобы я дам тебе замуж тоже стал младшей дочь, а ты должен отрабатывать еще 7 лет. И рассказывает нам Тора, что Яков работал еще 7 лет. 14 лет жизни он отдал в работу, в тяжелой работе, ради того, чтобы заслужить жениться на Рахель. Представьте, что за любовь. И Тора еще нам добавляет. ויהי בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. Эти 14 лет, Яков, считались у Яков, как несколько дней, как считанные дни. Что значит, как считанные дни? Рахель настолько была дорогая для Яков. Он настолько был готов трудиться ради этой заслуги, что Рахель станет его жена. Так что Медраш говорит, что он радовался, он ходил каждый день на работу и с радостью. Он не почувствовал, что ой, ради этого Рахель я должен так много трудиться, столько лет я должен ради ней работать. Наоборот, Медраш говорит, Яков с радостью ходил на работу. Почему так, с такой радости? Он просто был уверен, что он делает самые радостные вещи, благодаря этой работе он заслуживает заслуживает Рахель. Раби Овадия Спорно из итальянских мудрецов, он умер 470 лет тому назад в Италии. Он написал книгу Спорно, называется «Комментарий на Тора». Он говорит, Яков считал, что это его подарок. Это его подарок Рахель. Он показывает Рахель, Рахель, смотри. Смотри, как далеко я готов идти ради того, что ты будешь со мной. То есть, получается, Яков видел и в эти 14 лет работа, так он высказывал перед Рахел его любовь к ней. И еще год, и еще год, и еще год, год за год, день за день, 14 лет подряд, Яков представляет свой любовь к Рахел. Такой любовь, наверняка, не была до Якова и не была после Якова. Если так, мы возвращаемся к наш вопрос. Как такого может быть, что именно Яков, который так любил Рахель, человек, который не перестал подарить Рахелу любовь и почет и внимание, человек, который работал 14 лет, и они прошли у него как несколько дней, когда наступил момент ее смерти, когда надо было ее похоронить, и вместо того, чтобы вести ее в самое почетное место, он просто бросил ее в дороге. Мы уже упоминали, Яков перед смертью, когда он общался с Йосефом, он извинялся перед Йосефом. Давайте попробуем понимать, что Яков ответил Йосеф. Может быть, так там мы найдем ответ на наш вопрос. Почему Рахель не заслужила быть похоронена и в пещере Махпейла, и почему Яков ее похоронили в дороге. Давайте посмотрим, что он ответил Йосефу. Мы находим, несколько мнений и несколько ответов, как мудрецы комментируют слова Якова. Яков говорит, Рахель умерла где? В дороге, бадерех. Яков имеет в виду, это случилось случайно, я этого не ожидал. Я не был готов. Сейчас, вы знаете, есть люди, которые, когда доходят до какой-то определенной возраст, они уже покупают себе место, где они просят там быть похоронены. Они не хотят, чтобы потом у семьи будет вопрос, где, что и так далее. И они заранее этого покупают. Даже написано, что человек, который покупает заранее место, где он будет похоронен, это заслуга на долгие годы жизни. И много людей так делают. Ну, когда у Рахеля 36 лет, слава Богу, никто не готовится умирать в 36-й год жизни. Дай Бог всем 120 лет жизни. Говорит Яков Йосефу, Йосеф, дорогой, я не готовился, я не был готов к такой случаю. Я был еще в дороге, в путь из Падан-Арам. Я только что пришел сюда в Израиль. 20 лет меня здесь не было. Я не знаю, куда идти, я не знаю, у кого попросить. И поэтому так случилось. Один из мудрецов, который написал тоже комментарий на Тора, его книга называется «Хизкуни». Не очень известная книга, но зато основная книга «Хизкуни». Почему «Хизкуни»? Автору называли Раби Хизкия бен Мануах. И в честь памяти его имя Хизкия, книга называется «Хизкуни».
он жил во Франции, он был один из мудрецов Франции, он умер 670 лет тому назад, уже много лет назад. Комментирует Хизку не так, Раб Хизкия бен Мануах, говорит, что значит он был в дороге? Какая проблема была о том, что он был в дороге? Ну и что? Случилась трагедия, надо сразу реагировать, что значит был в дороге? Говорит Раб Хизкия бен Мануах, Хизкуни, проблема была о том, что он дал его намек, тут Эйсав еще ходил вокруг меня. Он только что помирился с Эйсав. И этот момент, этот вопрос, пещера Махпейла, это была точка, которая вокруг ней еще шел конфликт между Яков и Эйсав. Кому принадлежит это место? Кому будем похоронить это место? И он говорит Якову Йосефу, когда умерла Лея на 36-й год жизни, это было сразу после того, что я помирился с Эйсав. Эйсав еще находился рядом со мной. Он еще не вернулся на свое место в гора Сеир. И поскольку он тоже претендовал на это место, он бы меня не давал похоронить Рахель там. Он считал, что это место принадлежит его. Когда я похоронил там Лея, это уже было много лет спустя, Эйсав уже не был на месте. Тогда не могли прислать его сообщение на WhatsApp и сказать, Эйсав, слушай, Лея умерла, Яков захватил этот участок в пещере Махпила. Нет, Эйсав об этом не знал, Яков мог спокойно похоронить Лея в то место, где он хотел. Но когда умерла Рахель, говорит Хизкуни, дает его Яков намек, я еще был в пути, Эйсав еще был рядом. И мы же знаем историю, которую Мидраш рассказывает, что когда Йосеф возил Яков из Египет похоронить его в пещере Махпила, пришел Эйсав и не давал этого делать, он сказал, это место принадлежит меня. То есть Эйсав реально претендовал на это место. И поэтому Яков дает Эйсаву намек и говорит, Йосефу намек и говорит, дорогой, я не мог. Эйсав еще был там. Поэтому это не что я не хотел, я очень хотел, но я просто не мог. Раби Увадия Спорно, которого мы упоминали, итальянский мудрец, он дает другой подход. Он говорит Яков, ему говорит, мета алай, Рахель. Мета алай, это значит, умерла для меня, Рахель. Самый сильный удар в смерть Рахель получал Яков. Рахель, как мы упоминали, была для него самый любимый человек, самый близкий человек. И когда прямо в дорогу, он еще не нашел свой дом, он еще не освоился. И так все вместе, вдруг такая трагедия, умерла Рахель. Яков говорит, я потерял все мои силы. Из момента, когда Рахель умерла, я просто потерял мои силы и мои возможности думает о чем-то, запланировать что-то. У меня просто не были ни физические, и не духовные, и не моральные силы, чтобы сейчас тащить Рахелу до пещера Махпила и похоронить ее там. И другой выход не было. Я ее похоронил в дороге. Я был в таком состоянии я был, которое не позволило себе по-другому реагировать. Есть такие слова мудрецы. «Эн иша мета эла лебаала». Мудрецы говорит, что когда умирает жена, не дай Бог, кто остается один, кто остается тот, который беспомощный, ее муж. И Яков находился в таком состоянии. Он говорит, он потерял, кого он потерял? Он потерял свою жену. Он потерял свою жену Рахель. И он не знает, что дальше делать. Что дальше делать? Это хорошие ответы. И то, что говорит Хизкуни, и то, что говорит Спорно. Но как эти ответы, пока мы остаемся в трагический дух. Исходя из эти ответы, когда мы приходим в кевер Рахель, в этом святом место, место похоронения Рахель, мы находимся там, и мы видим в этой случае вся трагедия, которая сопровождала жизнь Рахель. Она хотела выходить замуж к Якову, ее папа давал Лея. Потом она должна была жить вдвоем с ее сестра, две сестры имеют один муж, должны делиться с одного мужа.
Ана хацела им эйдитей, я надол ги годы мучила сиждала, пока родила Йосеф, а потом Вениамин, и потом ее смерть, и потом, после ее смерти, место, где она была похоронена. Что Яков ее похоронил прямо в дороге. И действительно, ответ тут есть, но мы остаемся в трагический дух. Это все время упоминает нас, трагедия, которая была, Яков был беспомощный, Яков боялся Исава, это был выход с положения. То есть на самом деле Рахель должна была находиться в пещере Махпейла. Но к ее счастью, то есть к ее еврейское счастье, которое у нее ничего не везет, она была похоронена и там. Может быть, по этой причине, в 30-й том в Ликутей Сихот, Ребе берет другое комментарие, которое упоминается в Раши, и это совсем другой подход. Это комментарие, как Ребе ее объясняет в 30-й томе в Лекутей Сихот, дает нам новый взгляд о Рахел, и может быть благодаря этого мы можем понимать, почему именно Рахел заслужила быть главная мама еврейского народа. Смотрите, что здесь происходит. Ребе объясняет, Яков похоронил Рахель там, не как выход из положения, не по причине, что у него не было другая возможности. Он похоронил ее там, он был уверен, что если он будет у Рахель спросить, Рахель, где похорони тебя, она бы сказала ему прямо здесь. Не вози меня никакой другой места, не в пещера Махпейла, несмотря что это такое святое почетное место, и не в другой кладбище в город Бетлехем, прямо здесь. Почему? Почему мы так уверены, что это бы могла быть самой оптимальное желание Рахели получается, исходя из этого, что это не был выход с положения, это был целенаправленный путь похоронить Рахель там. Почему? Объясняет Ребе так. Рахел, ее главная черта, что она была мама. Она воевала, пока она не стала сама мама, пока она не родила своих детей. Мы читаем в Торе этой эмоциональной разговоре с Яковом, как она потребовала у него, благословляй меня, помолись за мной, чтобы у меня были детей. Вплоть до того, что у нее была такая фраза, дай мне сыновей, а если нет, я умру. Она не считала себя, она не считала никакой смысл в жизни, если она не станет мама. Поскольку ее главная черта, главная черта Рахел, это быть мама. И что? Что такое мама? Каждая мама, которая сейчас участвует на урок, знает, что мама это качество, это которое преданности, это человек, который передает себя своими детьми без никаких ограничений. Эгоизм, есть такая человеческая слабость, можно сказать, человек эгоист. Мама не может быть эгоистка, специально, когда это касается ее детей. Когда мама должна выбирать между себя и между своих детей, она всегда будет выбирать своих детей, даже за счет своего личного удобства. И вот такая история произошла здесь. Яков знал, что тысячи лет спустя, после того, что придет Навуходоносор из Бавилона, он будет разрушать первый храм, и он отправит все жители Иерусалима, все евреи, которые жили в Иерусалиме, он их отправит на изгнание в Бавилон. Это будет самый тяжелый момент, это будет самый тяжелый время для еврейского народа. Путь от Иерусалима в Бавилон обязательно ходит возле этого места, где он похоронил Рахель. Когда сыновей Рахель тысячи лет спустя будут находиться в такой непростая ситуация, в такой тяжелое эмоциональное состояние, они будут нуждаться в поддержке. И где они найдут эту поддержку? Да, здесь.
Они пойдут к маму, они пойдут к Рахель, там они будут плачать, там они раскроют свои сердца, а там они получат поддержку Рахель и в их особое положение. И эта поддержка будет давать им силы пройти дальше и дальше и дальше. Талмуд в том Баба Батра, 123 лист, рассказывает такую историю. Талмуд говорит, именно Рахел, она будет единственной среди всех цадиким, среди Авраам, среди Ицхак, среди Яков, среди Моше Рабейну, среди всех. Единственной, которая имеет сила быть хорошей проситель у Всевышнего за народу Израиля в этом непростое время. Запомним, разрушение храм первый не было в результат хорошего поведения еврейского народа. К сожалению, это было наказание Всевышнего. Там были разные поводы, почему наши предки этого заслужили. Они нуждались и в особой милосердии. Рассказывает нам мудрецы в Талмуде, в том Баба Батра, единственный, который смог получить у Всевышнего эту милосердие. Единственный, который могла возбудить милосердие у Всевышнего ради еврейского народа, это Рахель. Почему? Эта история связана с главной чертой, главной качеством Рахель. Рахель была человек, который всегда был готов отступать. Талмуд рассказывает нам эту историю, которая была в свадебной ночи. Рахел увидела, что происходит. Рахел и Яков знали, что Лаван, ее папа, он аферист. И они знали, что не исключено такой факт, что вместе Рахел пойдет на хупа, Леа. Они были сестры, которые были очень похожи друг к другу. Что они делали между собой? У них был пароль. Яков дал Рахел какой-то знак, симаним это называется. В нашем современном языке это называется пароль. Что когда Рахел войдет в хупа, там ночью, там темно, он не может ее видеть, она скажет ее этот пароль. И тогда он будет знать, что это она и не Лея. Когда Рахел увидит, что Лаван одевает Лея, и говорит одевается, свадебное платье. Белое, красивое, шикарное свадебное платье. И сказала Рахель, что будет с моей сестрой? Она опозорится перед всеми. И вот смотрите, какой шаг. Она подошла к Лея, отступила. И сказала Лея этот пароль, который сказал ее Яков. И когда Лея стояла под хупа, она могла Якову сказать этот пароль, Яков был уверен, что это Лея и не Рахил. И благодаря этого, именно Рахил заслужила, что Бог будет слушать ее. Она могла его сказать, Ицхак, даже Ицхак, который был готов жертвовать свою жизнь, когда Бог сказал Авраам, принеси его в качество жертвопринесения, не мог уговорить Всевышнего простить своего народа. Но когда Рахел сказала, мне тоже было очень трудно отступать мою сестру, когда ее возили в хупа вместо меня, но я это делала. Тогда в честь этого, в заслуга на этот шаг, что я спасла моя сестра от позор, прости, я отступила. Отступай и вы. Прости моих детей. И тогда Всевышний ответил ее эти удивительные слова. Минь и колех ми бехи ועינייך מדמעה. Перестань, Рахель, плачет. И чтобы перестали слезы титкать от твоих глаз. Ки еш сахар לפעולתך. Обязательно есть заслуга на твоя поступка. То, что ты отступила, твоя сестра, работает сейчас. И он ее обещал, вешаву баним лигвулам. Всевышний дал ее обещание, он ее сказал, твои сыновей вернутся к
к их страна, к их границе. Вот поэтому, объясняет Ребе в 30-й том Лекутей Сихот, это была самая главная причина, почему похоронил Якову Рахел именно на этом месте. И Ребе подчеркивает, что это не минус в Рахел, это не что Рахел должна была быть похоронена и в пещера Махпила, а теперь, что случилось, она оказалась там. Нет. Самый большой комплимент для Рахел, самое почетное место для Рахел, это тот место, где там она может быть упора для своих сыновей тысячи лет спустя, когда они будут там. И вот поэтому Рахел была похоронена там. Может быть, я прочту медраш. Медраш, который подробно рассказывает нам о этой дискуссии, которая была между все наши отцы и мамы и Всевышнего в этот момент, во время разрушения первого храма. И только тогда мы поймем роль Рахел, как важен был роль Рахел в это время, как она нас спасла в это время. Медраш на свиток Эйха говорит так. Пришел Авраам к Всевышнему и сказал: «Рибоно шел олам, когда меня было 100 лет я ждал сына, ты дал мне сын. И когда ему было 37 лет, ты мне сказал, принеси его в качество жертва принесения передо мной. А я был готов этого делать. Помни то, что я это делал. И прости моих сыновей». Вишил баткол, голос из небеса, сказал: «Гзейрахи мильфанай». Это моя решение, и это не обсуждается. Такой ответ получал Авраам. И дальше пришел Ицхак, и дальше пришел Яков, и все получали такой же ответ. Это и решение, это гзейра, это переговор, и это не обсуждается. Написано: «Кафца Рахел веамра», «Пригала Рахел», говорит Медраш, «цою место», и сказал: «Рибоно шел олам». Она сказала Богу: «Яков любил меня особой любовью, и ради меня работал лишние 7 лет. И после этих 7 лет мой отец его обманул и передал Лея вместе меня. А я передала все симоним, все секретные пароли я передала Лея, чтобы она не опозорилась. И я ее не завидовала. А ты будешь так относиться к моих сыновей?» Говорит Медраш, сразу, когда Рахель сказала эти слова, появились чувства милосердия у Всевышнего и сказал: «Бишвилех, Рахел, ради тебя, Рахел, я возвращаю твоих сыновей на их места». И вот поэтому в нашу еврейскую традицию именно Рахел является главной мамой. И я думаю, что то, что Рахел отступила от того, чтобы не быть похоронена в пещере Махпейла, но быть похоронена там, где ее дети в ней нуждаются, я думаю, что это самый важный и сильный шаг в жизни Рахел. И это тоже символизирует разница между служением Всевышнего каждой папа и каждой мама. Представьте себе, папа, чтобы почувствовать служение Всевышнему, святость, это у него сопровождается и в определенных официальных мероприятиях. Он идет каждый день в синагоге. Наступает Шаббат, святой день, он берет детей, сыновей, идет в синагоге. Там он молится в миньян, там он слушает Тора, там он слушает урок раввин, там иногда делает кидуши, делает лехаим, и слушает хасидских историй и так далее, и так далее. И это подъем. Он чувствует святости. Он находится в пещере Махпейла, он находится в почетное место, на святом месте. А мама остается дома с детьми, когда они маленькие. Когда маленькие дети дома, мама остается дети с детьми.
Я уверен, что иногда есть такие мамы, которые чувствуют огорчение. Я тоже хочу идти в синагогу молиться. Я тоже хочу почувствовать эту святость и подъем, когда слушаю чтение Тора, и когда отвечаю к душе и амен и так далее. А Тора я говорит, нет, твоя главная заслуга, а то, что ты имеешь свое личное отношение к Богу. Твоя чтение в Тора, это то, что ты осталась с детьми дома. Как Рахел оставалась там в дороге, то же самое здесь, каждая мама. И поэтому, кто является самый большой пример, кто является самый большой пример для каждой еврейской мамы, это имя, именно Рахел. Но я хочу завершить из истории у одного человека, который я считаю, что он должен стать пример не только для каждой мамы, но для каждой папы. И для каждой семьи. Мы говорили о том, что Рахел отличалась в том, что она всегда отступила. Она отступила свою сестру и в заслуга этого заслужила то, что заслужила быть единственной, которую Всевышний принимает ее молитва и благодаря ее было спасение народа Израиля. И мы видим, как Рахел была похоронена не на святом месте, в пещере Махпила, но именно в дороге, все ради ее сыновей. И эти вещи дают нам представление настолько важно, какой сила огромная есть, и в этой качестве, когда человек готов отступать. В Иерусалиме жил один известный еврей, звали его Иерусалимского цадика, Раби Арье Левин. Раби Арье Левин, он был известен, он был раввинов всех заключенных. Во время, когда англичане захватили Израиль, и были молодые евреи, которые против них воевали, извините, они тогда арестовали очень много ребят, и они были закрыты в разных тюрьмах. И Барья Левин, он был такой, у него была очень большая אהבת Израиль, у него была очень большая любовь к каждому еврею. И он их посетил, он переживал за них, помог их, все, что надо. И поэтому его называли цадик. Он был очень особый человек. Когда он женился, он был очень нищий. У него ничего не было. Но сейчас мы знаем, какой жених идет на свадьбу без подарок невесту. В наших времен ни одна невеста не простит жених, который придет на хупа без невесты. И принято действительно такое обича среди евреев, что после хупа, когда жених и невеста заходят в хедер ייחוד, жених дарит свою невесту особый подарок, специальный подарок, который он купил, чтобы показать его любовь к ней, как он счастлив в том, что слава Богу, они стояли вместе под хупа. Раби Арье Левин, он как мне говорили, он был очень нищий, у него ничего не было. И когда они зашли после хупа в хедер ייחוד, он сказал свою невесту. Он ей сказал, дорогая, я очень хотел купить тебе подарок. Материальный подарок, красивый. Но, к сожалению, денег у меня нет. И поэтому я дам тебе такой подарок. Я даю тебе сейчас слово. Начинается жизнь. Всегда, если и когда между нас будет какой-то спор, я всегда буду тот, кто отступает. Представьте себе такой подарок. И он все его долгие годы жизни держал это слово. Всегда отступал. И это самый дорогой подарок, который он может давать, который он мог давать свою жену. Подарок, который дороже, 100 раз больше, чем любой другой материальный подарок. А сегодня, когда мы понимаем, какой сила была у Рахел, какой заслуга была у Рахел, и это все благодаря чего? Благодаря того, что она отступила свою сестру Лея. Благодаря этого сегодня 11 חשוון, мы молимся, и мы знаем, что она похоронена где? В בית, не в חברון, в פשר המכפלה, но она похоронена там, в בית לחם, в могила Рахел. И это была главная причина, что именно она сможет помолиться о нас, поскольку у нее такая заслуга. Мы должны взять от нашей мамы Рахель пример.
Мама дает своих детей свои качества. И наверняка мы все, ее сыновей и ее дочерей, тоже получали от ней в наследство это и качество отступать. Я думаю, что это самая главная вещь, которая необходима, чтобы наши семейные отношения, чтобы наша шалом-байт будет самой счастливой, когда мы будем научиться отступать друг к другу, и мы поймем, что мне отступали, поскольку вот мы слабые стороны в этом спор, поэтому мы отступаем. Мы будем сознательно отступать, поскольку мы знаем, какой сила есть в этом. Когда мы отступим друг друга, Всевышний отступит и нас, и с Божьей помощью мы заслужим прихода Машиаха в самое ближайшее время. И мы увидим в наши глаза, как реализуется слова Всевышнего «Украхел мини колех ми бехи вейнаих ми дима», чтобы перестали слезы текать от глаза нашей мамы Рахел, сейчас, когда мы еще страдаем в этом галуте, когда мы страдаем из коронавируса, и Всевышний будет спасать нас всех от этого галута, и мы заслужим прихода Машиаха, и окицу вераду шейхне йофор, в это время, чтобы мы заслужили, чтобы поднимались все, которые вернули свою душу Всевышнему, чтобы они вернули к жизни, и заслужим прихода Машиаха в самое-самое ближайшее время. Спасибо вам за внимание. Желаю нам всем гуд шабес и шаббат шалом.